Словосочетание «дисфункциональная семья» произошло от латинского «дис» – это нарушение, расстройство, утрата чего бы то ни было, и латинского «функцио» – деятельность. То есть получается, что это семья, у которой есть некие нарушения, да? Это семья, которая порождает неадаптивное, непродуктивное поведение одного или нескольких членов этой семьи. Ну и получается, что в дисфункциональной семье есть какие-то такие условия, которые, в общем-то, препятствуют тому, чтобы человек, который в семье живет, да, если говорить о ребенке, рос и развивался таким эффективным, продуктивным, ну и остальные члены, даже будучи, скажем так, здоровыми и зрелыми, придя в такую семью, если там есть какие-то нарушения, они могут, в принципе, тоже пострадать. Получается, дисфункциональная семья – это семья противоположная, да, функциональная. И хочется, чтобы вы вот какой момент поняли, что дисфункциональная семья – это не значит, что она плохая. Она неплохая. Это лишь говорит о том, что в семье существуют некие проблемы. Она необустроенная. Ну, необустроенная можно и таким словом назвать, но это значит, что в семье есть проблемы, которые мешают ее продуктивному существованию. Семья – это некий механизм, это система. Любая система имеет свои порядки, закономерности, взаимодействие внутри нее. Нарушение работы этой системы, механизмов семьи, или, ну, скажем, другими словами, сбой, да, сбой системы, порождает дисфункцию, которая, в свою очередь, может стать одной из причин формирования алкоголизма или наркомании. Давайте с вами посмотрим, каким образом функционирует семья как система. Ну, для начала давайте разберемся, что такое система. Нарисую сейчас такую схемку. Ну вот сразу хочу оговориться, что эта схемка будет, ну скажем, идеального взаимодействия, как оно должно быть, в принципе, чтобы это было хорошо. Ну возьмем с вами там среднестатистическую семью из 4 членов. Там мама, папа, ну 2 ребенка. То в этой семье самое основное такое получается. Взаимодействие между мамой и папой будет основным компонентом. Ну вообще семья на ком создается-то? На мамы и папы, да? То есть если мамы и папы изначально бы не было, то, естественно, дети-то откуда они возьмутся? Под взаимодействием, ну, если мы с вами все-таки говорим о функциональной семье, да, что под взаимодействием подразумевается? Все-таки здесь, наверное, ну, должны быть открытые отношения. Возможность открыто, честно сказать о своих чувствах, желаниях, потребностях, недовольствах, не боясь при этом, да, там, какую-то угрозу там получить или еще что-то. То есть это возможность открыто взаимодействовать. Это один момент. Да. Второй момент. Ну вот это взаимодействие, да, иначе на чем основывается семья. Как считаете, должно быть здесь уважение, любовь, понимание? Мы сейчас с вами говорим о том, как оно должно быть. Как считаете, это должно быть обоюдным или только мама к папе так должна? Обоюдным, конечно, должно быть. Хорошо. Коль в этой семье есть еще и, да, дети, получается та же самая история между всеми членами семьи. Но мы сейчас с вами говорим о семье функциональной. О том, когда в семье между всеми ее членами есть именно вот такое вот взаимодействие. То есть если в семье нет обоюдного взаимодействия, под которым мы с вами подразумеваем честные, открытые диалоги, умение и возможность выражать любые чувства, там, я не знаю, бескорыстная забота друг о друге, уважение, любовь. Если этого нет между всеми членами семьи, система начинает сдавать сбой. Согласны с этим? Ну вот смотрите, возьмем там какую-то другую систему, уже не идеальную, да? Пусть также будет 4 члена семьи. Ну вот, например, у кого-то из присутствующих здесь есть, чтобы 4 члена семьи было. Допустим, берем там мама, папа, также, да? Мама, папа и дети, да? У вас 2 детей? Сын, дочь или... Сын, дочь. Угу. Ну давайте вот так вот. Между вами
Вот такое взаимодействие есть? Нету. Хорошо. С какой стороны нету? С папиной. С папиной. То есть вы к нему со всей душой, а он как избушка. Да. Угу. К лесу задом, к вам или наоборот. Хорошо. Ну, это ваша картинка, как вы видите. У вас с сыном взаимоотношения? На сегодняшний день. Ну вот вы могли бы обозначить это именно вот такой честные, открытые диалоги, бескорыстное взаимодействие. В любом случае, какое-то взаимодействие есть, да? Вы семья, вы сидите здесь. Если бы между вами вообще ничего не было, вы бы, наверное, и здесь не сидели. Это есть. Но вот такого взаимодействия в обе стороны нет? Или с чьей-то стороны есть? Не сказали бы. Хорошо. По отношению к дочери? У нас дочка все хорошо. Хорошо. Угу. Может быть, конечно, не... Если хорошо, пусть будет так. Угу. Я же в тонкости... Ну, это ваши такие понятно, субъективные, да? На ваш взгляд, между сыном и дочерью какие взаимоотношения? У них тоже хорошо. Хорошо? Да. Взаимно, отлично. У папы с дочерью? Взаимно, да? Да? С сыном? В одну сторону. С чьей стороны? Маме. С папиной, да? Вот смотрите, вроде не сильно чего поменялось. С одной стороны, смотрите, вы все равно все еще вместе, да? Никто никуда пока что, да, и вы все-таки вместе заботитесь там о сыне, вы взаимодействуете. Но вот уже хотя бы вот эти моменты, да, сейчас не вдаваясь в подробности, но здесь явно есть недовольство с вашей стороны. Здесь нет взаимодействия. Вот из всего этого, ну это знаете, как вот в том часовом механизме, в котором в шестеренке всего лишь один зубчик отломался, часики начнут припаздывать. Что-то в них будет тикать уже явно не так. Ну, я здесь про что хочу сказать. Вроде такие незначительные моменты, но получается для того, чтобы, ну, как вы считаете, да, то есть это с вашей точки зрения, конечно, не исключено, да, что если ваш супруг начнет аналогичную схему рисовать, то здесь получится совсем другая картинка. Не исключено, да, у каждого свое видение. Но суть в том, что для того, чтобы узнать о том, что происходит вот здесь, о том, что вот здесь происходит на самом деле, вы будете это узнавать не отсюда, ну, если нет честного, открытого взаимодействия. Вы это будете пробовать сделать через дочь. Все верно. Для того, чтобы узнать, что происходит с сыном, вы будете делать через дочь. Из чего хочу сказать, что бедная ваша дочь. Конечно, бедная. Ей достаточно тяжело приходится. Это знаете, как человек, который, ну, там, ни нашим, ни вашим, которому... Ну, такая, понятно, что Швецию можно изображать. Я говорю о том, что эмоционально это достаточно тяжело. Вот даже вроде такая незначительная эмоциональная нагрузка, которая вот здесь вот вроде как происходит, ну, что, собственно, такого-то, да? Но оно, во-первых, это вот то звено, которое вы, ну, знаете, это вот вместо того, чтобы, ну, я вам сейчас просто продемонстрирую. Виктория Викторовна, скажите, пожалуйста, вот тем вот двум сидящим людям, что... Не нужно телефон включать, тупо, да? Я же могла сразу вам сказать, но я же этого не сделала. Ну и приблизительно то же самое вы как бы делаете все время со своей дочерью. И понятно, что на нее эта нагрузка падает, и для нее это не очень хорошо на самом деле. И получается здесь вот какой момент. Для того, чтобы, ну, сейчас не впадая, да, там, в психотерапевтические моменты, что с чем работать, но основным компонентом в семье вашей является вот этот компонент. Ну, если непосредственно о вашей семье говорить, как в принципе и в любой другой. Понятно, что если вдруг, ну вот там вашу же семью брать, да, допустим, здесь есть уже своя семья, есть у нее? Да. У нее еще есть своя семья, и вы еще ее вовлекаете. Мы ее не вовлекаем. Да ладно. У нее уже есть муж. Да? По сути, у нее уже, она уже как бы отвалилась отсюда. И, ну, здесь разные нюансы могут происходить, да, очень часто, когда вот это вот все есть, дети могут служить связующим звеном для того, чтобы, в принципе, сохранить семью, на самом деле. Ладно, к вам приставать больше не буду, давайте дальше вот по этой системе поедем, да? Ага, хорошо. Ну вот смотрите, в семье, где нарушены взаимоотношения между мужчиной и женщиной, да,
Причем, ну, это взаимоотношения, они по-разному могут быть нарушены, нюансы, хитросплетений жизненных огромное количество, там, все перечислять сейчас не буду, там, ваших не знаю, вы сами знаете. Но когда вот это взаимоотношение нарушается, то, собственно говоря, это сказывается на детях. Тут фантазировать, ну, нечего, я не сказала сейчас какую-то там, да, сверх что-то новое, да, но так оно и есть. Это все продуцируется на детях. И чем хуже отношения вот здесь, тем сильнее все это отыгрывается на самых младших ее членах. То есть вот это всегда падает на какие-то такие моменты. И понятно, я сейчас ни в коем случае не хочу сказать про то, что там наркомания там, или алкоголизм вашего там сына, да, это потому что у вас здесь не лады. Нет, конечно, я не про это. Но про то, что это имеет значение, и что из всех этих хитросплетений складывается какая-то такая непонятная штука, которая даже на наркоманию его влияет, это совершенно точно. Потому что когда нет лада вот здесь, то зависимый человек, он же ведь тоже это чувствует, даже не столько он сам, сколько его болезнь этим пользуется. Ну, потому что для того, чтобы его лечить, понятно только одно. Вам нужно быть заодно. Вам нужно смотреть в одну сторону. Какие красивые слова. Да, ну это так. Если мама будет защищать, например, покрывать зависимость сына или папа, очень разным, по-разному все в жизни бывает, да? Один играть будет, ну, там, злого полицейского, а другой будет доброго полицейского изображать. Здесь не, у него ничего не получится, ну, к сожалению. Именно поэтому же, да, мы, в общем-то, говорим о том, что, ну, там, приходите, послушайте, давайте чего-нибудь там сделаем. Понятно, что ваши проблемы мы здесь не решим, да, это уже ваше самостоятельное решение. Но если от вашей семьи отойти, вот это основание. В любой семье это основание. Семья начинается вот с этого. Понятно, что семьей может быть мама и сын отдельно. Или там папа и сын, папа и дочь, бабушка и ребенок может быть семьей. Но изначально основанием семьи является мама и отец. Жена и муж, да, там мужчина и женщина. И если между ними нет лада, если ситуация не меняется длительное время здесь, то дискомфорт между членами семьи нарастает. И это сказывается на всех. И потом смотрите, очень часто что бывает. Один из, ну, к сожалению, так происходит. Кто-то из родителей это делает намеренно, кто-то это делает ненамеренно. Сейчас даже не о вас, ну, там речь, я просто теорию рассказываю. Но суть в том, что дети начинают занимать чью-то позицию, когда есть разглад. Либо мамы, либо папы. Не обязательно это и только из удобств исходит, там из чувств, там еще из чего-то. Мама может там в коалицию с папой впадать или там с дочерью, там сын вообще может отстраниться. В общем-то, по-разному здесь может происходить. Понятно только одно, что функционально это семью не сделает. Это будет напряжение, имеющееся, и без того усугублять. И, в общем-то, риск того, что человек, находящийся в семье, где есть какая-то дисфункция, по-разному выражающаяся, да, она повышает риск того, чтобы убежать из этой семьи посредством каких-либо химических веществ. Когда человек употребляет, когда он, ну, в таком вот в этом забытье, уже не больно. Не больно. Чувства замораживаются в этот момент на какой-то период времени. Чем дольше человек находится в употреблении, тем больше он отстраняется, тем больше, как бы, вот, ну, я ничего не вижу, не слышу, я в коробочке, мне уже не больно. Я как бы вот от всего этого отстраню. Мы знаем, как помочь вам и вашим близким. Лечение наркозависимости – дело нашей жизни. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. Нам не все равно.